Друзья, всем привет. В общем, проблема с машиной случилась. Сейчас заведу, посмотрим. Но, скорее всего, дело в катализаторе. Итак, смотрим. Завожу машину. Так, завелась. А теперь просто даем газу. Все, это предел. Три тысячи, горит чек. Короче, и толку ноль. Все. Машина задыхается, в общем. Скорее всего, это катализатор. Сейчас, ну, в сервисе был, объявили, здесь два катализатора, объявили где-то 8 тысяч. Но я не готов платить такие деньги. И сейчас мы будем с вами вместе устранять эту проблему. Сейчас чуток поддомкратим машину. Болгарочкой вырежем лючок в катализаторе. Выпотрошим его. А потом обратно заварим. Все, смотрим. Все самое интересное впереди. Начнем, приступим к ремонту. Погнали. Так, друзья, мы, короче, вкрутили сверху катализатор, там 5 гаек, не очень удобно расположены, ну, в общем, открутили эти 5 гаек. А теперь мы сейчас снизу находимся, здесь тоже 2 гайки, идут уже резонатор к трубе крепится. Вот эти гайки 2, вот раз, вот здесь вторая гайка и третья гайка крепления трубы к кузову. Вот. Сейчас мы, короче, открутим эти гайки, резонатор снимем. А потом открутим вот этот резонатор. Не знаю, как насколько удобно тут. Ну, в принципе, можно подлезть. Открутим этот резонатор. И уже будем смотреть, что там с ним происходит. Сейчас смотрим. Ну вот, смотрим, вытащили катализатор, вот такая картина, сейчас попробую вам показать. Вот видите, соты все разбиты, вывалились, вот. Короче, вот такая ситуация, и с этой стороны тоже все прогорело. Вот поэтому машина не ехала. Сейчас мы это все отсюда выдолбим. О, вывалилось, видите. Так, посмотрим, что здесь. Ну, вам видно будет, а я уже
уже дома посмотрю. Но думаю, там тоже все рассыпалось. Конечно, тяжеловато, гайки все заржавели, еще и неудобно здесь под машиной. Фу, ну короче, открутил все. Продолжаем наш ремонт. Короче, вот он, катализатор сняли мы. Как видите, вот они, все соты рассыпались. Будем. Буду сейчас вваривать сюда пламя-гаситель. Посмотрел в интернете много видео. Кто-то вваривает пламя-гаситель, кто-то не вваривает. Но я решил варить пламя-гаситель. Его еще называют Стронгер. Как-то так. Вот, так что сейчас поедем на металлобазу и купим подходящую трубу по вот этому вот диаметру. Купим трубу по этому диаметру. Здесь ее обварим. Итак, продолжаем наши страдания с катализатором. В общем, купил металл, вот такую трубку 50 миллиметров и вот такую пластину железа 3 миллиметра где-то пригодится. Так, сейчас померим, отрежем, значит, по длине такую трубку. Ну и сюда ее, она как раз сюда подходит, здесь потом обварю. В трубке надо будет отверстие насверлить. Ну, в общем, все по ходу покажу, так что смотрим. Ну вот, в общем, здесь она вот так встает. Вот, видим, идеально. Ну, а здесь с этой стороны будет вот так стоять. Здесь мы подварим ее и туда запихаем еще металлическую губку для посуды. Так что не будем терять времени, приступаем к просверливанию отверстий. Так, друзья, в общем, закончил я делать этот пламя-гаситель. Вот так получилось. Такие отверстия. Так, что дальше делаем? Мы его сюда вставляем. И вот такие вот у меня есть металлические мочалки для посуды. И вот эти мочалки мы туда пропихиваем. Сейчас покажу, как примерно это будет выглядеть. Так. Оп. И вот так она стоит, как раз фиксирует ее прям ровно посередке. Сейчас мы еще вот эти три мочалочки засунем и будем обваривать. Так, в общем, затолкал губки металлические и вот такая вот фиксирующая губочка тоже металлическая. То есть толстой проволоки. Вот такая конструкция получилась, вообще шикарно, очень мне понравилось. Сейчас обварим, вот с этой стороны все обварим, и вот с этой тоже сделаем несколько пластинок, приварим, чтобы уже точно никуда ничего не делось. Итак, что у нас получилось? Значит, с этой стороны я все обварил. Я не сварщик, так что получилось, как получилось. Главное, чтобы держалось для меня. И с этой стороны, значит, я такие вот квадратики нарезал из металла. Вот так вот мы их здесь приварим, и они будут у нас держать эту мочалку, короче, металлическую. Буду держать все остальные губки, чтобы они никуда не делись, плотно лежали. Так, приварил я, короче, перегородки. Вот так получилось, 4 штуки, в принципе, этого будем считать достаточно.
Здесь, правда, она потрескалась. Ну, держаться должна. Так, и с этой стороны. Ну, с этой стороны я показывал, в общем, все нормально. Итак, братья и сестры. В общем, уже стемнело. Я перешел на второй катализатор. Короче, мне удалось его снять. Сейчас вот здесь вот вырежем окошко и выдолбим оставшиеся частицы этого катализатора, которые нам мешают хорошо передвигаться. Все, сейчас будем резать. Продолжаем. Разрезали, вскрыли катализатор. Вот такая вот картина. Все, короче, развалилось. И все, ну вот частично вот здесь вот развалился. Ну, машина 250 тысяч пробег. Я думаю, уже пора бы. Вот. Сейчас мы его выпотрошим, соберем в пакетик, отвезем и сдадим потом за бешеные деньги. Потому что здесь очень много драгоценных металлов. Шучу, конечно, но все равно кто-то их еще и покупает, в принципе. Можно продать кому-нибудь. Все, начинаем потрошить. Выпотрошили катализатор. Такая картина получилась. Вот пол ведра этого катализатора. И вот она, пустая банка. Сейчас мы ее обварим. И можно ставить на место. Ну что, в общем, заварил я его обратно. Вот так вот получилось. Сойдет для сельской местности. Ой, сейчас будем ставить обратно. В общем, поставил. Пришлось отрезать, потому что не смог я его отключить. Но я, правда, пометил. Сейчас соединим, заизолируем, все нормально будет работать. И поставил обманку вот такую. Все, сейчас будем все ставить обратно на место потихонечку. Итак, короче, поставили мы все на место. Нижний резонатор прикрутил, верхний прикрутил, вот. Так все выглядит. Сейчас осталось подключить эту лендозонд, датчик, поставить вот эту защиту. И можно пробовать заводить. И интересно будет посмотреть, что у нас из этого получилось. Какая будет работа двигателя. И какой будет звук. Все, смотрим, немножко осталось. Что, друзья, момент истины. Заводим. Ну что, шикарно, на холодную, сейчас прогреется, будет вообще класс. Черт, я доволен, я чертовски доволен. Отлично все получилось. Я сэкономил 8 косарей. Так, все, мы встали. Все, погнали. Сотку ложит, вообще нормально. Я доволен. Все, всем пока.